дожди и дождь, аномальная оттепель обрушится на Алтай в начале марта. После потепления в регионе ударит мороз. 2-3 марта на юг Западной Сибири прорвется южный циклон с обильным дождем и с дневными температурами до плюс 8, а по югу и вовсе до плюс 15 градусов. Об этом 26 февраля на заседании Краевой комиссии ЧС сообщил начальник Краевого гидрометцентра Александр Люцейгер. По его словам, именно такие южные циклоны с оттепелями и обильными осадками стали одной из причин, по которым в регионе в целом и особенно в предгорьях скопилось много снега. И это грозит серьезным паводком весной, когда снег начнет активно таять. После потепления в первых числах марта ударит мороз, будет похолодание, сообщил Люцейгер. С середины марта в Алтайском крае начнется постепенное повышение температур, осадки вновь не исключены.